Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю вам приготовить очень быстрый, легкий и очень вкусный салатик с авокадо и очень интересной заправкой. Салат получается очень таким сытным и одновременно не тяжелым, поэтому приготовьте, вас он порадует. Для приготовления нам понадобится 3 вкрутую сваренных яйца, 2-3 спелых помидора среднего размера, у меня такие вот небольшие коктейльные, у меня будет 9 штучек, 2 у меня небольших авокадо спелых, можно использовать одно крупное, 150 грамм красной консервированной фасоли, можно заменить на отварную, вот самому сварить фасоль в подсоленной воде. Я фасоль откинула на сито и промыла под проточной водой. Соль, перец по вкусу, и я буду заправлять салат такой вот заправочкой. У меня здесь 2 столовые ложки оливкового масла, можно заменить на любое растительное, и 1 чайная ложечка горчицы. Берите любую горчицу, которую у вас есть дома. Сейчас я к растительному маслу, к оливковому, добавляю горчицу, немножко соли и перец тоже вот по вашему вкусу. И на 5 минут вот отставляем. Берем какую-то глубокую емкость, в которой будет удобно перемешать салат. Сейчас сюда отправляю всю фасоль. И нарезаем яйца, помидоры, авокадо. Я буду нарезать все крупным кубиком. Вы можете нарезать на свой вкус, слайсами или как-то по-другому. Еще немножко по желанию присаливаем, отправляем всю нашу заправочку и хорошо перемешиваем. Вот такой салатик у нас сегодня получился. Обязательно повторите этот рецепт. Салат очень вкусный, такой ненавязчивый. Это идеальный вариант салата как на каждый день, так и на любой праздник. Он никогда не остается. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Большое спасибо вам за ваши просмотры. Жмите лайк, если видео вам было полезным. И подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.